Подождите, блядь, мне нужно отстроиться. Я не понимаю, как это все работает. Стойте, нахуй, ебаная жизнь, блядь, так тяжело, я маму ебу. Кто стрим-снайпит, у того мама шлюха. Ой. А, короче, блядь, подождите, ну не пишите, вы слишком быстро пишете, а меня слышно вообще? Блядь, я не хочу просто, я не бритый, я не хочу свои баллы показывать страшные, блядь. Подождите, блядь, дайте секунду, подождите, я разберусь. Мне нужно анонс сделать. Я тебя в Телеграм запущу то, что у меня стрим запустил, подождите. А у меня чат не работает. Чат, напишите что-то. Чат. А, вот чат. Почему чат перевернутый? Вообще чат перевернутый, блядь. Что за хуйня, блядь? У меня чат перевернутый почему-то. А, сейчас не знаю. Сейчас, дайте я сделаю видеоанонс, чтобы я запустил стрим и потом сейчас. Все, бля, я здесь. Долбоебу, блядь. А не знаю, как мне стрелять чат, и я вообще ничего не понимаю по большей части, блядь. Короче. Ебать, я урод, блядь. Какой-то хроники какого-то психбольного ебаната, блядь. Из армавира, блядь. Ну да, и че. А мне такой держать, как ёбнутый? Короче, я, честно, по большей части сюда пришел, чтобы поесть, потому что я не ел. И, во-вторых, потому что я не знаю, что мне... Помой голову. Идите нахуй, блядь. У меня засорилась ванная, я не могу там помыться, блядь. Блядь, стойте. Ебать, я телефон в карман не пролезает, суки. Короче, я не понимаю, что мне делать. Блядь, не так, нахуй. Короче, это пробный стрим. Я не знаю, где здесь в Вавоперке нормально можно поесть, потому что... Я сниму маску пока. Где в Вавоперке можно нормально поесть, потому что посмотрите, сколько ёбнутых вообще на голову людей находится в Вавоперке в данную секунду вообще время пребывания, блядь. Сейчас я пройду. Ну, типа, вот, нет, здесь вообще нигде нет свободных мест. Это вообще пиздец. Это все по пизде идет, я не знаю. И смотрите, сколько вот здесь в фудкорте людей. Я хотел просто сесть и банально настроить камеру, а по итогу, блядь, сейчас я покажу. Это просто ебанутые люди, у которых, блядь, завтра в школу вставать. Они еще не написали ни сочинения, нихуя. А они, блядь, они вообще ебнулись, мне кажется, по большей части. Да какой по большей части? Что это значит вообще выражение, блядь? Кстати, я еще думал, это так мой первый стрим, но у меня идея на будущее, то что... Мне ж нужно как-то с вас, лохов ебаных, деньги получать, поэтому я думал, за донат какой-то я буду делать какой-то челлендж от вас. Все в рамках законодательства Российской Федерации. И нихуя офф-вайт, блядь. Потопали, блядь. Еще стабилизатором не могу нормально управлять. Ну, все же нормально. Смотрите, вообще нахуй на голову больные, блядь. Посмотрите, сколько их, блядь. Посмотрите. Это вообще пизда. Они еще стоят, они специально сближают 6 столов в одно, блядь, и еще 4 стула, блядь. Еще 4 стула вместе сгребают, блядь. Это вообще, посмотрите, вот это, блядь, это называется день рождения в 5 классе, блядь. Ну, блядь. Охуеть, блядь. Просто, блядь, взяли в один стол, сгребли, блядь, пол авиапарка, нахуй. Ну, а чё? Не, ну а чё? Мне, правда, неудобно, что у меня чат не работает нормально, то, что я не могу... У меня просто чат перевернутый. Ну. Мяу. Я не знаю, правда, что мне делать. Я думал, я написал адрес. Короче, это авиапарк, кто не понял до сих пор. Это какой этаж? 4-й. И что я думал сделать? Я думал спуститься на зону для тиктокеров. Я не знаю, где находится зона для тиктокеров. И просто подходить им и хвастаться то, что у меня есть медиапревосходство, а у них нет. Да. Ебать, я урод, ну нахуй, лучше маску натяну обратно, блядь. Блядь, ну и уебись. Короче, я говорю то, что пойти к тиктокерам, показывать им свои просмотры, чтобы они такие, вау, нихуя, ты прикольный. И хотели со мной начать общаться, потому что у меня друзей нет, и поэтому так хоть появились бы они. Ну и просто, че? А меня никто не будет доебать? Я некоторых вижу людей, блядь. Я здесь вижу некоторых рядом людей, вон сзади, смотрите. Оп. Ого, нихуя, блядь, кикфлип. Короче,
Я вижу, некоторые люди на меня так смотрят пристально некоторое время. Мне кажется, они меня узнают, но они почему-то не хотят подходить ко мне и что-то спрашивать. Они просто видят меня со стороны, палят и нихуя не делают. Уёбки, блядь. Сейчас дайте открою чат. Блядь, ну реально, башка как будто сальная. Можно я здесь помою голову? Я могу в торговом центре голову помыть? Или это нельзя так делать? Стойте, блядь. Стойте, блядь. Стойте, блядь. У меня чат не работает. Могу куда-нибудь сесть? Посмотрите. Посмотрите, я как Даня Милохин. Сфоткаете? Сфоткаете? Это единорог. Я как... Сфоткали? Да? Вы сфоткали, нет? Ну все, спасибо. Ну, просто обидно получается то, что я один, и со мной никто не гуляет. Он у меня идеи пиздит. Он у меня идеи с фоткой спиздил сейчас просто. Он сейчас взял и спиздил у меня идею с фоткой. Ну, бля, чё. Своего нихуя придумать не могут. А куда мне спускаться? А можете объяснить, куда мне спускаться? Потому что я в авиапарке второй раз, и я не знаю, куда мне идти. Я вообще в торговых центрах, я мало чего понимаю. Я просто сюда прихожу, еще иду, и не нахожу ее, ухожу обратно. Чё? Кто? Я нихуя не вижу, что? На третьем этаже. А я на каком? О, сейчас я на третий спускаюсь. А на третьем этаже есть где-то зона тиктокеров. Можете показать мне? Где-то у меня зона тиктокеров. Фу, блядь. Чё он сказал, блядь? Я не понял. Мне ещё рамсить с какими-то, блядь, дагестанцами. Нахуй мне это всралось, блядь, на стриме. Что он мне сказал? Я не понял, что он сказал, блядь. Я не знаю. Если хочет пиздиться, пусть так и скажет, блядь. О, Лего. О, Лего. Это Лего? А, нет, это Бриксы, блядь. Что значит? Что он сказал, блядь? Спиздиться, в смысле, в партере, в общепринятых, блядь. Ну, поняли, что все обоюдно. Ну и хуйню настроили, я ебу, блядь. Можете писать сейчас, дайте секунду. Напишите, стрим нормально идет, качество нормальное, лагает, звук не лагает. Что я понимал вообще по состоянию стрима. Сейчас. Блять. У меня еще сын шлюхи на второй телефон заказал бомбер. Но не переживай, я что новую сим-карту купил, когда... Я что не глупый, я что не еблан, как ты, ебаная шакалья морда, блять, которая мне бомбер кидает. Я купил вторую симку. Я купил вторую симку, поэтому ты мне ничего не сделаешь, лох ебаный. Ха, долбоёб. Ой, не работает. Да такой неудобный штатив, сука. Такой неудобный штатив. Чё? Напишите, что? Не чувствуем, что не понимаю, что пишите. Я не знаю, как ходить, мне вот так вот ходить нормально. Блин, башка реально сальная, как уёбище. А я смогу? А мне... Я могу на вот этой хуйне попрыгать? Или это только для детей? Ого, какой прикол! Ого, какой прикол, балдёж! Вот это прикольно! Я смогу здесь полазить или мне не разрешат? Мне не разрешат там, да, лазить? Ого! Да мне не разрешат, мне кажется, это для детей. Там одни дети ходят, смотрите. Там только дети одни, видите, там только серии ходят. Мяу, мяу. Там только дети ходят маленькие. Мне не разрешат. Мне не разрешат. Поэтому, мне кажется, меня пошлют нахуй. Блядь, мне еще подмышки воняют. Я, наверное, сейчас пойду, где-то куплю подмышки. Эти, освежители для воздуха. Блядь, ну... Ну, поняли, как он называется. Мне просто плохо, я уже начинаю заикаться. О, здесь парикмахерская есть.
Для меня это какая-то локация неразведанная, блядь, как будто в World of Warcraft, я не понимаю, что там, блядь, текстуры черные. Что, камера? Нет. Ты не нужна никому, прости. Камера, блядь, нет, это телефон, блядь. Чё нахуй? Походит, говорит, камера, блядь. Тебя ебёт, блядь, камера, ну и чё? Думает, её снимают? Да похуй на тебя всем, подруга, блядь. Сейчас я хочу еще показать, мне нужно нормально стул найти. Ну стул, или стол, или хоть что-то, что я поставил камеру. Бля, подходит какая-то мелочь пузатая, 11-летняя, говорит, камера, блядь. А что? В школе сказали дома сидеть, а она по торговым центрам шляется. Расстроятся родители. О, Мерседес. Видите, сзади какой Мерседес? Мне кажется, мне легче было бы уже в руках его нести, потому что, блядь, я не могу. Мне легче было бы уже, наверное... Дайте я выключу чат этот ёбаный. Мне легче было бы уже в руках его носить. О, это Дрейка магазин, да? Здесь есть толстовка? Здесь есть футболка? О, смотрите, там у Дрейка, как у Дрейка, куртка. Куртка, как у Дрейка, ТНФ. Ну и говно, блядь. Сейчас я найду стол или стул, хоть что-то, чтобы поставить. Покажу вам свой аутфит. Я выгляжу, да, я выгляжу хорошо, я выгляжу опрятно, красиво. С какой-то стороны даже и лаконично, я бы назвал бы. Я не знаю, что мне лучше снимать. Сейчас я посмотрю. Не понимаю, что мне лучше снимать и что вы хотите видеть. Меня или либо что впереди находится. Потому что мне нормально так говорить. Я просто привык хуйню нести, мне и так нормально. Где, блядь, зона... Сейчас, мне нужно кому-то ребенку подойти и спросить, где у него зона ТикТока находится. А это злоба? Какого злоба? От доброго, может быть? Если мне реально злой кинул, злой, спасибо большое. Охуеть, мне реально злой кинул, рейд? Или нет? Пиздобола, нет? Ой, ебать, я шашкую. Я ёбнутый, я психбольной, блядь. Мне просто... У меня клаустрофобия какая-то, блядь. Не понимаю, что происходит. Почему-то люди заебались уже искать стол и стул, и они просто на полу сидят, смотрите, блядь. Им уже просто лень, блядь. Да. Ну да. Я ж, наверное, так же сделаю просто и покажу вам свой прикидон. Машка сальная, да, это я. Можете видеть меня по отблескиванию, как, блядь, блестит. Вот я стою как раз под лампой, и вы можете меня найти, если в торговом центре авиапарк, вы можете увидеть меня по отблескам на свету, блядь, это я если что буду. Блядь, но вчера голову мыл, я что, виноват, если я как уёбище начинаю выглядеть уже сейчас? Что, я это виноват? Меня даже никто не за стрим снапит, я уже все нахуй, вообще никому не нужен, блядь. Что, красотка? Чё? А, я виноват? А, вы пишите, я виноват, и вы пишите, да. Окей, спасибо. Сейчас я поставлю камеру. Смотрите. А, я еще могу чокер надеть. У меня есть чокер есть. Смотрите. Уф, блядь. Как Моргенштерн почти что. Ладно, я сниму эту хуйню. Ой, писюн. А где писюн? А, вон сзади. А то не понял, что я снимаю, блядь. А то даже не понял, что снимаю. Короче, подождите. Мне нужно понять, что мне делать. Потому что... Блять, сын шлюхи, выруби свой бомбер ебаный, блять. Мать его так лучше бы набирал, блять, из морга еблан, блять, отбитый. Сука.
Стойте. Стойте, нахуй. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Осуждаю. Я осуждаю. Просто легче сказать, чем это на самом деле. Может, я сяду? А я могу туда сесть, интересно? Куда мне сесть, блядь? Я подсяду. Опа, F5. Чё, лагает? А чё, упал интернет? А чё, лагает? Похуй, опять лаги, блядь. Я не знаю, где лаги. Ладно, я уйду отсюда. Пойду в другую, в другое место. Но... Я просто лишь на третьем этаже, и там по радио сообщали, что сделали кросс-зону для тиктокеров. Мне говорили то, что тиктокеры... Мне эта девочка сказала, то, что здесь тиктокеры какую-то хуйню делали, то, что они мусорили, все ломали, оставляли свою еду. И для них специально сделали этот, какую-то локацию, чтобы они там обитали. Типа... Мне просто еще плохой парень писал, чтобы мы пошли в зоопарк. Поэтому я решил совместить и снятие тиктоков и посмотреть на зоопарк, блядь. Не смешно. Блядь, где я нахуй? Дайте вперед камеру, мне кажется, так лучше будет. О. Девочки сидят, писают. Девочки писают. О, Тренд-Айленд, а что это такое? Блять, я думал, Кен говорит что-то Серега, блядь, думаю, Серега может, наверное, мне, блядь. А в итоге не мне. А в итоге не мне, говорит. Мне может здесь кофе взять, я не знаю. Да. 10 минут? Да. Сейчас, онлайн-трансляцию, да, ведешь? Да, да, да. Слушай, это, как это помогает, этот стабилизатор? Стабилизатор, да, хорошо, видите? Только на айфоне, да? Да, отправляю на вас, все хорошо, видите? А что за телефон? Это специально для трансляции к Xiaomi. Или как так, я не помню, Redmi, может быть. У меня Pocophone, в общем. А. Pocophone? У меня Pocophone X3, да. Да, я понял, я знаю. И просто во сколько вы взяли это? Не, он такой, это третий, он, наверное, 1012 стоит, наверное. Серьезно? Он дорого, да, он дорого стоит. Это третья, да, версия? Да, это третья, но если там еще и четвертая, она вообще дороже стоит. У меня только это была, поэтому я такой... Можно основную переключить? Да, но это же... Так, да? Да, да. Все равно есть немного, ну... Да, но это может еще цвет, это цвет здесь, от цвета зависит. Главное брать от Xiaomi, у этих, да. Huawei, фоны, у них только у меня засвет. Да? Xiaomi, да. Да, и все. Сейчас тоже пользуюсь Xiaomi, ага. Постоянно засвет. Ну, хорошо, спасибо. За что, блядь, я не знаю, правда. Ой, блядь, ну ебан, хуйню лишь бы спороть мне, блядь. Xiaomi, Redmi, да мне похуй, блядь. Хоть пока X3, блядь, мне вообще похуй, блядь. А что это за такое, блядь? Что это за локация нахуй такая? Это что? А, я помню, мы здесь с Ариной ходили. Я помню, мы здесь с Ариной ходили, это какая-то хуйня здесь, типа, это брендовые люксовые шмотки. Ого, блядь, ого, блядь. О, стрелька розовая, прикольная. Ого, блядь, балдеж. Ну, это, наверное, для женщины, это все для девушек. То есть, наверное, для девушек, для меня такое нельзя носить. Мне еще не удобно, что какой-то маленький фов. А у меня работает стрим вообще? Дайте я пострю. Работает? Блять, работает, нет? О! О, да, работает, все. Я просто, мне кажется, какой-то... Ох, блять, ебать! Мне кажется, у Тани такая же хуйня. Таня в такой же пейботе ходила недавно, когда зима была еще более холодная, она в такой хуйне какой-то ходила. Блять, я не знаю, что вообще здесь делаю. Чё сюда пришел, блять? Lucky Five, что это такое, блять? Главное, чтобы меня никто не доебался из консультантов, потому что мне становится страшно, я начинаю их бояться. Если вы консультанты, вы смотрите стрим, не, пожалуйста, не требуйте меня, мне страшно. Блять, вот что с ним? Это, короче, внутри меня. Ого, блядь. Ого,
вот девочки красивые, такие девочки все красивые. О, вот, бля, для вот этих вот ебанутых, смотрите. Это сейчас зоопарк будет, бля, это сейчас зоопарк, смотрите, это для ебнутых, это те, которые для тиктокеров, поняли? Это здесь тиктокеры заходят, эти хуйню всякую снимают. Или нет, бля, я не помню. Это для ебнутых, поняли? Они сюда приходят, куда хуйню делают. Ну, вроде как. Бля, я же себе свой тикток открою, они охуеют и ёбло позатыкают. Ну, нет, точнее, они захотят, наверное, со мной общаться, но я не захочу с ними общаться, поэтому... Не знаю, не знаю. Здесь специальных охранников посадили, чтобы они контролили ситуацию, чтобы эти, блядь, дети не мусорили нихуя. Бля, ну ебать позор, я думал, что-то будет понасыщеннее, а тут, блядь, два квадрата им выделили, блядь. Ну и правильно, и что им больше не надо, блядь. Вау, какой шар красивый. Какой шар красивый. У меня, кстати, донаты не работают, у меня донаты же не работают. Ух, это я в нем, смотрите. Это вон я в нем. Привет. Ого, бля, вот такая красивая, мне нравится. Посмотрите, какая футболка красивая. Ого, бля. Ого, какая красивая. А сколько она стоит? Она дохуя стоит, да, наверное? Но там качество какое-то ебаное, поэтому не хочу. Ну, не хочу. Ну, поэтому не хочу особо. Сейчас. Мне нужно чат, я не могу нормально мониторить чат. Почему у меня на этом телефоне не показывается чат? Я не знаю. Сейл, вау. Ширик, вруби, что такое ширик. Я не знаю, что такое ширик, что это значит. Сзади. Пиздите, блядь, нихуя нет сзади. Кто сзади, блядь, охрана? Это, блядь, этот. А здесь Аминович, блядь. Ширик. Почему я должен бежать? А что случилось? А что случилось? Почему я должен бежать? Что-то какую-то хуйню морозит, блядь. Не, ну могу побегать, но я могу побегать просто так. Давайте, если меня какой-то кент узнает, то я ничего не буду делать, я просто буду убегать от него. У меня будет больше... Я правда хочу, чтобы меня узнали, чтобы у меня поднять свое чувство собственного достоинства, чтобы... Ну да, меня узнают, ну да, я популярный. Ну это сам для себя. Я типа буду говорить, бля, ребят, ну не надо. На самом деле мне нравится, знаете, когда меня фоткают, меня там как-то сталкерят. Ну мне это нравится, я чувствую себя важным, понимаете, в обществе. Ну да. Мяу. Я устал ходить, я не могу. Я не знаю, здесь даже места нет нормально, чтобы сесть куда-нибудь. Почему, блядь, такой большой торговый центр? А как мой ширик? Может как-то... Я не могу так взять? А, нет. Фу, блядь, ебать, урод, нахуй. Можно назад откат? Прищавое чмо, блядь. Сальные волосы, блядь. Стрижка за 2 рубля. Я ебал, блядь. Все, короче, похуй. Да, я знаю, что я урод. Да, я знал, что я буду плохо выглядеть. Но мне похуй. Ну, мне, типа, все равно. Кто? Блядь, все. Что? Жалко, что вы не видите все. Я бы хотел бы купить камеру 360, чтобы она все вообще показывала вокруг в радиусе. Потому что ко мне что-то шел кент какой-то, начал что-то говорить, а я не помню, что он говорит. Маска. Че маска? Маску проебал. Да маску сложил в карман. Не знаю. А, что это? Ого, блядь, Ройс. Блядь, кафе назвали Ройс, блядь. А может, Роллс? Я ебанусь скоро. Блядь, мне нужно куда-то куртку эту кинуть. Я не могу с этой курткой ебаных кинуть. А, я знаю, а если я пойду в магазин с территории здорового сна, Аскона? Там же кровати, я могу там полежать? Или мне не разрешат? Ну, посидеть, по крайней мере.
посидел. Сейчас дайте мне настрою. Я возьму маску. Нет, зачем мне надеть маску? Сейчас я надену. Просто я хожу, понимаете, я хожу. Вместо того, чтобы маску носить, я хожу, просто держу дистанцию. Я не подхожу к людям. Я хожу один. Я не подхожу никому, поэтому я никого заразить не могу, когда я нахожусь один. Логично? Блять, у меня волосы в лицо лезут, я не могу, блять. Штраф. Блять, отъебитесь от меня, нахуй, чего вы меня заебали? Мне штраф платить, блять. Сейчас. О, смотрите, какие машины. Машина. Это ламба. Ох, я, блядь, тикток сейчас сниму. А, блядь, меня кто ж снять же не может. Суки ебаные. А похуй, я сам сниму. А здесь нет ламборгини, блядь. Здесь нет, здесь точнее нет майбаха. Я думал тикток снять под А4. Суки. Вот это прикольно, блин. Блять. Сука, я сейчас все поломаю, блять. Здесь нету ламборгини. Здесь нету ламборгини, поэтому не сможем снять. Там есть гелик, но нету ламборгини. А на каком сейчас этаже? Я даже понял, на каком я этаже. Помогите, на каком я этаже? Помогите хоть кто-нибудь. О, посмотрите, шутка, хотите? Вот это реально смешно, вообще симпл. Ну типа игрок профессиональный. Блять, вот это смешно, пиздец. Вот это смешно, пиздец, блять. Это еще когда не настолько смешно, как мне кидать, каждый, блядь, день кидать какой-то долбоеб, который живет в Украине, кидает мне фотки с пузатой хаты, блять. Ну, это ж тоже смешно. Наверное, ну, весело вам, блять. Ну, смешно, симпл. Ну, как Александр Костылев. В Икее, я не знаю, я в Икее потеряюсь, наверное. О, вот, я сесть могу куда. Подождите. Все. Что? Что вы пишете? Можете написать сообщение. Привет, здорово, 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 здорово. Здорово, а что мне делать? Ой, точнее, ничего, а что вы хотите, чтобы я поделал, да? Потому что, правда, те, кто знает торговый центр этот получше, скажите, куда мне пойти, потому что я здесь второй раз. Я здесь второй раз, и я не очень ориентируюсь. Туда, понял, подрочить. Понял. Меня никто не застрим снайпит, ну что это такое, ребят? Я зачем стримлю? Я стримлю то, чтобы поддержать свое эго, а вы мне не можете это организовать. Ну что такое? Я расстроился. Бики, компьютерный клуб. Ты с кем? Я один, говорю. Я один. Вы не можете понимать, я один в этом торговом центре. Я один. В барбершоп. Ничего там, блядь, 40 минут сидеть стримить? В барбершопе, блядь, еще ебануть? Нахуй мне в барбершопе сидеть 40 минут? Блядь, дебилоид ебаный. Нахуй ты меня спамишь, блядь? Дайте я надену куртку и пойду. Что, мне в руках очень тяжело носить. Резон тиктокеров, сними с кем-нибудь тикток.
Но, блядь, было бы нормально, просто если бы я пошел снимать с кем-то тикток, мне нужно было дать кому-то камеру. А я так как стримлю сейчас один, это просто тестовый стрим впервые. Поэтому мне тяжело кому-то отдать телефон. Кому я буду отдавать телефон? Не хочу никому отдавать телефон, меня возьмут, его испиздят, я боюсь. Строго? Какой строго, блядь? Блядь, уебан тупорылый, блядь. Чтоб у тебя мать сдохла, блядь. Жестко? Блядь. Эту сим-карту скоро выкину, блядь. Как можно так заебать? На мне бомбер и еще, блядь, не буду даже говорить нахуй. Нет, я теперь понял, знаете, что я понял? Я теперь понял, почему люди стримят IRL с кем-то. Потому что в соло IRL стримить — это вообще пиздец. Это так тяжело. Ты должен одновременно контролировать все и одновременно непонятно что. Здесь женщины голые. Это женщины голые. На меня сейчас девушка так смотрела, блядь, она шла и, наверное, минуту просто смотрела мне чисто в лицо, блядь. Женщины голые. Да. Хуйлан. Пошел нахуй, блядь, с моего стрима, дебил, блядь. Прошу прощения, ребят, что все организовано в таком... хуевом качестве, и я сам по себе потерянный. Нужно было позвать, да, с собой человека, который ориентируется в парке хоть лучше, чем я. Потому что сейчас это тяжело. Да. Кольцо можешь купить? А это бижутерия, типа? Ой, это вы. Не, бижутерия мне не нужна. Мне нужна дорогая роскошь. Мне нужна роскошь. Блядь, ну повернись ты, сука, глупая. Блядь, такой стабилизатор уебанский, я его скоро поменяю. Я новый стабилизатор куплю. Это не хуйня, не стабилизатор, блядь. Он еле двигается. Давайте вот сейчас покажу вам. Просто экскурс, как насколько быстро он крутится на 180. Вот сейчас он расположен ровно посередине, смотрите. Влево, максимально быстро влево. Он, кстати, нормально. Да, я понял. Это просто я еблан, окей. О, аквариум. А вправо очень медленно. Смотрите, сейчас вправо иду и вправо пытаюсь прокрутить. Вправо очень медленно. Аквариум. Блять, как я ненавижу нахуй вас. Я сим-карту скоро поменяю, блять. Потому что зачем вы, блядь, мне хуйню эту бомбер на ебаны кидаете? Чё? Через 20 минут буду. Хорошо, просто ты можешь ко мне подойти, потому что я здесь хуёво ориентируюсь. Если мне скажешь, я не найду. О, девочка сфоткает, красивая, молодец. Ну, чтобы кто-то меня сфоткал, но мне некого фоткать. Ого, ого, бля, ого. Это фонтан? А куда он бьет? А куда он направлен? А, это, ебать, там рыба огромная. Ебать, там рыба огромизи, блядь. Огромная. Это ломбарда. Это гелий. Вот это бумага, а бумага это деньги. Пошел нахуй. О, какой он вертолет нашел. Что? Го, косметик, у Даши, что? О, вертолет! Вертолет, блядь. Жужа, поставь сабчат. Зачем мне ставить сабчат? У меня сабов 12 человек, блядь. Тебе джойн идет. Нахуй мне нужен, блядь. Как придет, так и уйдет. Блядь, зачем мне с ним стримить, блядь? Зачем мне стримить? Блять, такой красивый, нахуй. Якутские бриллианты. Ого, блять, вот это вот. А какие здесь ценники? Можно взять на якутские бриллианты, блять? Ого. Ценник. А я не вижу, сколько там написано? Не понимаю, я не вижу. Здесь даже цена не написана, блять.
на якутских бриллианты. Якутские бриллианты бесценны. Даша, Next RL. Нет, скорее всего, не будет. Твоё пасальное башке узнаешь. Да, он, я говорю, плохой парень, ты меня можешь узнать по голове. Я говорю, я могу, я отблескиваю на солнце. Если ты захочешь, ты меня найдешь. Блядь, такое ебло широкое. Блядь, я реально выгляжу, как груша ебаная. Просто такой урод. Блядь, просто тяжело рукой держать. Это стабилизатор ебаный. Тяжело, тяжело. А давайте пойду. А я могу пойти поесть? Я хочу похавать. Ой, блядь, я не по тому лифту пошел. Я пойду, думаю, что меня назад толкает, блядь. Все нормально. Я пойду поем, потому что я вообще сегодня ничего не ел и не обедал. Я думал, поем здесь как раз, потому что до моего дома нет. Блядь, такая сегодня история ебаная произошла. Я захожу в Delivery Club, заказываю. Вижу то, что открыт Макдональдс, я такой, ладно, заеби, закажу Макдональдс. Заказываю Макдональдс, через 25 минут мне звонит курьер, говорит, я стою под подъездом, блядь. Он мне говорит адрес, он говорит то, что он находится в Подольске, блядь, или в Климовске. Я такой, ты чё, ёбнутый, блядь? Ну, понятно, я не так и сказал, молодой человек, что-то перепутали. Я в Люберцах нахожусь. И он, и по итогу я просто въебал 500 рублей на Макдональдс. Ну да, ну да. Я не знаю, почему поменялся адрес. Почему именно так? Ого, прикол. Какой магазин прикольный. Дима. Магазин Димки. Магазин Димаса. Может, Starbucks зайти? Не хочу я в Starbucks. У меня как-то все маленькое, все некрасивое. О, так лучше. Поэтому что? Поэтому я приобрел 500 рублей на доставку, и поэтому я сегодня не ел, и я хочу сейчас покушать. На Диму не пяти, да пошел ты. Это маска в кармане. Я сейчас ударю его чат, будет контент. Пиздобол, зай, никого нет, нахуй. На ком этаже? А, на третьем. О, вот, может опять тиктокером? Давайте опять тиктокером зайду. Знаете, у меня почти какое оправдание? О, бля, посмотрите, какой мальчик модный. Посмотрите, какой мальчик модный. Сейчас. Блять, я за стабилизатор не могу нихуя снять, блять, я как ебанутый. Ну, короче, у него Supreme, у него штаны низкие, блять, и здесь все красивые. Ясно, блядь, все такие красивые, все такие модные, я хуею, блядь. Молодежь, блядь, пиздец. Видели видос, там телефон убегает? Молодежь. Пиздец, блядь. Молодежь. Заебись, четко. Я поснимал достаточно? Нормальные тиктоки сейчас вышли? Блядь, пиздец, что это за кадр, блядь?
Че это, блядь, там дагестанцы такие-то, и, блядь, и девочки танцуют. Нихуя, блядь. Нихуя, блядь. Нихуя, блядь. Клипы. Там мне не с кем, блядь, был какой-то человек, если был хоть... Если подойдет этот плохой парень, я, может, подойду к ним и скажу, чтобы они снимали со мной тиктоки. Но сейчас я в соло не хочу, блядь, реально требуюсь, потому что у меня спиздят камеру, блядь, это пиздец будет. Мне будет страшно. Что? 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 У меня куха едет, блядь, с этим торговым центром, у меня в голова едет. Чувствую себя в лабиринте каком-то, блядь. Вы знаете, вы играли в этот Майнкрафт? И там были какие-то, блядь, лабиринт Магнуса, лабиринт Долбоебуса какого-то, я не помню, как он назывался. Когда эти, блядь... Твайлайт... Блядь, чё ты несёшь, блядь? Задний, да пиздите вы задний, понял. Короче, был сумеречный лес, был мото-сумеречный лес, и там был лабиринт Магнуса, лабиринт Долбоебуса, и вот как будто чувствую в этом лабиринте, я вообще нихуя не понимаю, что происходит. О, вот это по нашей теме. Сука, это стабилизатор, маму ебал. Кебаб-лап. Кебаб-лап. Просто посмотрите, как много людей, это вообще шок нахуй. А может мне... Может мне сделать обзор на все торговые центры Москвы? Мне устроить какой-то... Так я могу стримить каждый день делать на каждый торговый центр Москвы. О, смотрите, там это... Там это как называется? Ну вы поняли, блядь. Кто понял, тот понял, блядь. Я не туда иду. Кто понял, тот понял. Камон, бро. Я не знаю. Это в другую часть пошел. Бля, ебать я ебнулся. Бля, я ничего не вижу, блядь. Короче, плохой парень, Николя Кирилл, если ты меня увидишь, то подойди ко мне впритык, блядь, и ебани меня, потому что я зрение хуёвое, могу плохо видеть, не могу не увидеть тебя. Да, поэтому подойди ко мне впритык и ебало мне просто, да, если ты смог. Это все шутка, это все гиперболизация, и это все неправда. Сидим, путешествуем, жожу. Ребят, вы такие ламповые. Ребят, вы такие прикольные. О, Костя. А Костя зовут или Кирилл? Блядь, имена похожие, пиздец. Крикни, фрик-склад здесь. Нет, давайте, ребят, это на потом, когда вы мне начнете донатить за эти челленджи, и тогда уже да, будет. Фрик Сквад! Ну это не крикнуло, блядь, что у меня горло сорвало, поэтому не получилось. Да, было неловко, блядь. Ебать здесь амбалы, нахуй, я хуя. Посмотрите, какие у них спины, блядь. Спина, как две мои головы. Хобо. Я даже не знаю, а здесь есть что-то вкусное? Я просто... Нет, что это такое фобо? Фобо? А пузатые хаты? А, нет. Здесь нету пузатой хаты, жалко. А куда пойти? В Бургер Кинг? А здесь есть KFC? Я хочу в KFC. Не хочу в Бургер Кинг. Что вы хотите, блядь? Нихуя не лопнешь, блядь, подруга. Пиздец, блядь, не подала бы что-то. Ого. Ребят, прикол, смотрите. Капа, это как смайлик на Твиче. Блядь, вообще прикол. Ой, блядь, вот это смешно было сейчас. Вот это вообще было в тему, главное. Вот это вообще была тема, пиздец. Иди нахуй, блядь, своими приколами, блядь, такими нахуй, тупыми, блядь, суки. Фух, я хоть сейчас успокоился, я хоть сейчас себя... Блядь, я не могу найти этот Бургер Кинг, я, блядь, как ебанутый, помогите мне. Блядь, плохой парень, увези меня отсюда. А, девочки, а я с плохими парнями тусуюсь, а вы дальше со своими ботаниками ебаными тусуетесь, понятно, блядь? Играйте со своего Доту 2, а я буду с плохими парнями. Ебать, я красивый, ебанешься. Ебать, я красивый, пиздец. Ого, блядь, я как Бэйн из Доты 2, блядь. Что такое доброта?
доброта, когда... Приветики, подружка. Приветики, приветики. Ого, ты классная, блин. Мразь. Она мразь. Ого, бля, ого, посмотрите. Можем еще что-то такое купить какое-нибудь? Можем что-то такое купить? Можно что-то вот такое купить? Блять, не переворачивается камера, сука. Блять. Хочу что-то вот такое. А как это? Ого, бля, прикол. Бравл Старс. Можно мне от Бравл Старс какую-то футболку? А, майку или футболку, или майку. Ребята, я ни на что не намекаю, у меня день рождения скоро. Я ничего не хочу говорить, но у меня скоро день рождения. Like Stars Shop. А какую мне можно взять? А кейс сколько стоит? Футболка, блять, посмотрите на цены. Посмотрите на цены, ебать. Майка. Майка 750. Блять, бейсболка 750 рублей стоит. Ебать, я на эти деньги могу пол рынка армавирского купить, блять. Турецкой мебели, шелков. Ебанутые, блять. У меня что, денег дохуеть? В пизду, блять. С такими расценками. Ебанутые, блять. О, Икея. О, здесь Икея есть. Я в Икее хоть посидеть смогу. Я хоть в Икее посидеть смогу. Сейчас дайте я маску надену, чтобы она меня не булькал, блять. А? А это важно? Конечно. Тут выход там. Я патриот, мне можно. Блять. Говорит, вот такая хуйня стоит. И говорит, надо с одной стороны только входить. С другой? Если зайдешь с другой, то не все. Не, тогда все. Не, тогда все. Блять. Вообще ебет. Ебать здесь у всех кукиндов. Прически какие-то прикольные. У всех разноцветные. Они какие-то все радужные, блять, цветные. У них все такие прически классные, они все такие яркие. А я как уебища, блядь, сука, блядь, 8 месяцев не стригся. А, я не туда пошел. Не туда потопал. Бать, прикольно. Бать, они классные. Ой, здесь хоть посидеть смогу. Сейчас. Сейчас подождите, у меня нога болит, сводит ногу. Ай! Ого, блядь! Ебать, я ногу испачкал. А чего вы пишете? Нет, вы видели, сколько у меня там крови? Я себя как-то рану расцарапал, у меня там кровь. Бля, ай нога. О, бля, нога. Бля, так жарко, пиздец, я, наверное, потом вонять буду. Зачем я говорил свой адрес? Зачем я говорил этот ебучий название торгового центра, если даже из вас никто не пришел? Пиздец, это пиздец от меня, блядь, я больше никому не хочу Я думал, хоть девочки какие-нибудь придут, а никто из девочек даже не пришел. Идите вы нахуй. Информатика здесь. А есть информатика? Нет, вроде. Что-то другое. Что там происходит? О, кетчуп. Блять, хочу кушать.
О, здесь покушать можно. Можно меня так покатать? Ого. Прикольно. Не, не хочу, здесь что-то воняет, блядь, неаппетитно. Здесь воняет что-то невкусно. А можно я такую возьму? Вот такая вроде вкусная. А где здесь можно расплатиться? Здесь касса. А здесь там есть? А нет, блядь, еблан, здесь вообще нихуя нет, ты, блядь, здесь один же ходишь. Ого. Хотите, я сейчас модельную походку сделаю? Смотрите, сейчас, секунду, еще раз. Сейчас модельную походку покажу, подожди, пару секунд. Смотрите, смотрите, только сразу вдали. Смотрите. Женщина, отойди, пожалуйста. И к зеркалу подошли. Угу. Ну ладно, мне-то времени много. Я так могу подождать? Руку. Видите, как руку держала? Вот так вот. Да. Я здесь. Смотрите. Сейчас. Мне нужно сделать вот так вот. О, слышите там какой-то... Вы слышите, какая там песня играет? Сегодня поиграю я в Майнкрафт. Туру-ду-туру. От утра до глубокой ночи. Туру-ру-туру. Блядь, ну вот чё так много людей ходит? Сегодня поиграй. О. Скузибу, блядь. Лох ебаный. Рассказывал. Это нельзя мне сделать. Мне самое обидное будет, если реально кто-то пришел, но они не хотят ко мне подходить, потому что на камере я выгляжу лучше, а в жизни я как урод ебаный. И поэтому они отходят от меня, думают, фу, блядь, даже подходить не хочется. Касса самообслуживания. Ой, да пошли в пизду, я не буду стоять на кассе, блядь, в ожидании чего-то. Я кину эту шоколадку и съебусь. Я не хочу ходить. Я не хочу ходить в Икеи, потому что я уверен на 100-120% уже потеряюсь. Здесь выйти надо? Здесь? А, все, понял, понял. Спасибо большое. Блять! Ну чё вы за мной пришли, блядь, за мной дети бегают. Чё же? А чё без масок? Мне радует, что здесь штрафы, блядь. Да? Да. Я мусорнусь сейчас, блядь. Нет, у меня маска есть, просто не видишь. Чё вы хотите? Со мной вы бегать не будете, отъебитесь от меня. Фу, блядь, они съебались. Чё они хотят, блядь? Какие-то кадры подозрительные. Какие-то подозрительные элементы. Фух, блядь. ЧСВ, да какой ЧСВ, блядь? Ну пусть подбегают. Чё они хотят? Я стою, блядь. Что ЧСВ, блядь? Они стоят просто, блядь. Я думал, хоть фоткаться хотят или что они хотят, блядь. С ними я бегать не хочу, ребят. Ой, детский мир. А, и Заня куда-то ушли тоже. Фу, блядь. ЧСВ, чего вы хотите, чтобы, блядь, я подошел, постоял, они ничего не хотят, они фоткаться не хотят, ничего со мной. Я никому не нужен, блядь. Я никому не нужен. Они захотели со мной сфоткаться, и что? Да чё, ЧСВ, блядь, вот ебитесь. Я вот сейчас в детском мире. Я же в детском мире, можете... прийти в детский мир сфоткаться, или кто, что вы хотите, блядь, я не знаю, что вы хотите, правда. Просто, я сейчас стримлю, мне надо что-то постоянно делать. Когда за мной будут ходить еще люди, то это будет странно, мне кажется. Когда я буду быстро ходить, и они за мной будут ходить. Это странно. За 600 рублей, блядь.
Спайдермен. Спайдермен. Максимум Веном. Спайдермен. Спайдермен. И чё? И что? И что вы мне скажете? Ого! Ого, здесь автобот! Здесь автобот есть from Ukraine. Ukrainian автобот. Здесь какой-то украинский автобот есть. Четыре, блядь, ске! Скеки нахуй! Четыре сотни русских рублей, блядь. 40 сотен русских рублей это стоит. 4000 стоит Бэтмен этот. Охуеть, блядь. Охуеть, блядь. Шоколад верни. Да я вернул шоколад. Я, блядь, не забрал его с собой. Ты бесит меня. Я сказал, что я не буду пиздить шоколад. Я положил шоколад. Купи Даши Лего. А чё ещё? А чё ещё? Я сейчас с Дашей встречаюсь или что? Я, блядь, мы с Дашей друзья кем-то или что? Чё от меня хотите, блядь? Она мне кто? Сват, брат, тесть? А, да? Прикольно. Ебать, что придумали прикол. В этой жизни не так всё радужно, простите. В её жизни не так всё радужно. О, вот здесь отдельно Лего, кстати, есть. Спиди автобода. А, да, еще. Приветики. Всем привет, я нищий. Ты нищий? Почему ты нищий? Ну, я, к сожалению, потратил все свои деньги на женщин и на апартаменты в Москву-Сити. Ты не знаешь меня? Ты просто так подошел? Нет, я тебя знаю. А, я думал, ты просто ебнулся. Может, смазочку? Ой, ебанутый, блядь. Смазочку купим, нет? Куда? А ты хочешь? Батя, я подумал, что ноутбук ко мне подошел, блядь. Да? Бать, да. Ты большой, я думал, ты меньше. Ну да, да. Такой детского мира выходит челик, блядь. Ну да, я огромный, блядь. Ебать, я немножко что-то даже это самое ёкнуло вот здесь. Все, блядь. Ля-ля-ля, капа-брай. Омега пукчам. Смотри, я покрасил себя красиво, смотри. Да, тебе идем, ты мзайк. Да. Нет, это белый. Чтобы они желтыми не стали, блядь. А так они желтыми станут, потому что кто они. Ну ты ухаживаешь, шампунем там всяким. Да. Надо. Че это? Да и знаешь, где Бургер Кинг? Ой, здесь KFC. Они вон там, вон все. Пойдем? Там нет, там хуйня ебаная, там ничего нет. Не там нет. Нет, там нет KFC. Я там хавал, блядь. Ну пошли, отведи меня. Пока. На пиздёж сейчас поймаю, блядь. Я сам не местный, я сам вообще в Башкирии, блядь. Знаешь, что такое? Башкирия звучит прикольно. Ну это вот, смотри, Уфа. А, я понял. Хорошо. А. Ну ты прикол, блин. Ой. Может, будем хуйню потворить, в принципе. Чего? Хуйню какую-нибудь потворить. Я человек, лишённый кринжа. А ты хочешь туда запрыгнуть, попробовать? В смысле, вот туда, вот к ним? Ну да, третьим, блядь, вряд ли прыгнуть. Нет, в принципе, можно попробовать. Но тебе нужно для этого самолёт. О, здесь мотоциклы есть. Мотоциклы? Здесь скейтборд. Здесь на скейтборде едет и по трубке это одновременно разговаривает. Это вот ты катался, да? А не едет одновременно в телефоне разговаривает. Это надо ж уметь. Она ёбнутая. Цезарь, блядь. Цезарь. Ебать с тобой. Ля, какие мы красивые девочки с сосочками. Пошли. Пойдем, они там. Кто? Ой, блядь, я поломался. А, не, нормально. Пошли, иди впереди, чтобы я тебя снимал. 10 минутка. А? А стабилизатор это вообще как? Хорошо, что, помогаете? Да, ко мне дверь подходил, охранник спрашивал за стабилизатор. Я поэтому спрашиваю. Я просто ебал. Да не. Раз я думал, что некоторые мне здесь не сборят, я просто так меня узнают, и все. Ну да, ты же не красивый медиагигант. Иди впереди, чтобы я тебя снимал, а то у меня пол впереди снимаю. Я крутой, да? Да, типа, от тебя сзади ракурс идет съемка. Ебать, какой он красивый. Он, у него, наверное, пенис большой. Не, у меня маленький. Все, отъебись, блядь. Почему? Все, отъебись. Я. Вон KFC. А? Вон KFC. Где там нет KFC? Вон KFC написано, блядь. А я по красному искал, думал, там какое-то красное будет. Я понимаю. Что есть еще, куда можно сходить? Я не знаю, я не местный, но если, блядь... Ты из Башкирии, ты из Уфы сюда приехал?
Я учусь здесь. А ты с Моргенштерном знаком? Да, лично, бухали вместе. Какой ты прикольный, ты познакомишь? Перемель Аврора Банда. Бля, ну народ здесь пиздец, конечно. Да. Я не знаю, может, это то, что пятница, посмотрите, у них волосы разноцветные, ебанёшься. Какие-то этот... Че? Да. Има фрикхаус надо. Ого! Пошли. Идем? Да, ого, там очереди ебанутые. Интересно, кто день рождения празднует? На днях не был на Красной площади? На днях нет, а что там? Там вообще пиздец. Много людей? Вообще пиздец, не найти. Как много людей, это пиздец. Не, это ждать, это пиздец, я умру, мне кажется. Ну тогда нужно в более дорогой, может, в кайф поедем? Да вот кайф, блядь. Подожди, ну сейчас. Кто это? Это мальчик, которого я нашел. А, вы слышали, да, как девочка на меня пчихнула? Прикольно было. Ого ты, блядь. Хулахуп, блядь. Доканул, по-моему. Хулахуп. Без короны, что? Ты меня снимаешь, да? Че? Меня снимаешь, да? Камеру вырубай. Когда же он съебется от Сируни? А че они пишут? Вы че? Вы че? Че я вам сделал, блин? Социальная дистанция, а что такое? Блядь, они едят как последний раз в жизни, блядь. В БК. Да не, Бургер Кинг не нравится, не хочу. Почему? Ты его перепробовал? Не помню, вроде да, но мне не нравится, там слишком много. Целуй. Целуй? Не буду я тебя целовать, а ты без меня. Они уже меня без масочки не видели, по-моему. Так жалко, пиздец, я не могу. Подожди, мне сейчас нужно вот этого еще встретить. Плохого парня, блядь, сейчас. А ты здесь? Ты есть в чате, плохой парень? Костя! Я Костя, его Кириллом назвал сначала. Я его Кириллом сначала назвал. Ого! Нихуя ты! Ебать, я думал, ты здоровый, блядь. Да какой здоровый, я думал, ты такой здоровый. Посмотрите, какой шкет, блядь, пришел подписчик, узнал, блядь. Я из детского мира только что. Ты откуда меня знаешь? От Фуфифа, блядь, или от кого? Или от секс-бомбы, блядь? Я просто увидел только. Нормально роста, да? Здрасте. Куда поедем, блядь? Ты будешь меня возить? Я тебе на всякий случай. Я не знаю, пригодится ли бы. Нет. Ты любишь острое? Это что значит? О, мы можем пацана накормить. А это челлендж на острые орехи. Я хожу не острые. Это орехи острые, блядь, острые, пиздец? Да. Не, у меня пустой желудок, я не буду, если я умру. Это потом. Именно челлендж, типа. Мы можем вот пацана накормить. Но здесь стула нету, никуда некуда сесть. Мы найдем. Это потому что пиздец острая хуйня. Да? Главное найти, что похавать. В смысле, я же не буду вкусную его хавать. Ну ты ж ел. Тебе лучше не похавать, а молоко. Ты не понимаешь, насколько это острое. Давай я тебя подниму. А чё, пошли на горку, нахуй потенциай ходить. Какая горка? Не знаю, что такое горка. А, что такое горка? Типа ледяная. Ого, это токийский гуль, блядь. Это жёсткий парк есть, если что. Какие парки? Ну, что ты, ТЦ, пошли на свежий воздух. А, ты хочешь парк на улицу, в смысле? Да. Ну пошли, да бля, я просто похавать хотел вообще изначально. Вон то, что людей пиздец. Где сколько людей здесь? А да похаваем. Я хочу тоже пиздец. Не, да я не буду, ну, блин, ну здесь просто ждать, я не хочу. Тем более место потом еще искать. Пизда, нахуй это надо. Если ты хочешь похавать, можно пойти в рестик какой-то не вот такой ебаный, а... Солидный ты хочешь? Ну да, посолидный. Просто я не могу. На меня девочка посмотрела, уебаться хочет. Блядь, ты похож, знаешь, такой? Я же... Да я не... Да я особо так не знаю, да мне плохо, что... Чайхана, хочешь? Чайхана, да не, чайхана не очень, мне нравится. Итальянский. Я понял, на кого он похож. Ты знаешь, такого мне напоминаешь? Алло. Ты как кореш на стримах есть? Ты такой же, блядь, ёбнутый. Да, а меня тоже Алексей зовут. Да, ну вот видно, два ёбнутых, блядь. Такой же элемент, блядь, припёзнутый. Ебать, тебе стабилизатор реально хуёвый. Да он, блядь, еле крутится, я не знаю, это пиздец. Пойдём рэп записывать потом. Что? А он рэпер, кстати. А он рэпер, он рэпер. Ой, ебать, я как еблан, да разговариваю. Да ладно, я тоже чуть-чуть. Ого, бля, ебать, тише. Ого, бля. А это можно вообще снимать или нет, я не знал. Это на грани с обнажением. Нет, это у них топики спортивные. А, да. Это просто они спортом занимаются. Просто девочки спортивные. Короче, мы можем в другой... Нет, давай лучше куда-нибудь пойдем, потому что меня интернет не ловит. Может, давайте похуй на улицу пойдем. Пойдем, я знаю, что пойдемте на улицу. Рядом есть коктейли. А ничего то, что я, типа... Че? Ничего то, что я с вами. Ну, ты можешь съебать, я просто не знаю. Ой, сележка есть. Хотите кого-то запущу? Хочешь, я запущу?
Нет? Не, просто запущу, покатаешься. Или ты кринж? Я никогда в них не катался. Я деревенский. Бля, ёбаная жизнь. Ну что, поехали? Сейчас, подожди, сейчас. Сейчас, его толкаю и убегаю, понял, Тём? Смотрите, реально как рэпер, ебать рэпер, а ты Моргенштерн? Ебать, ебать ты хороший парень, пиздец. Ой, это, а ты пришел все-таки? Да я стоял, смотрел, думал, ты подойдешь и чего хочешь. Куда ты убежал от нас? Я стоял рядом, что ты хочешь? Знаешь, как обидно? Что было обидно? На чат специально, да, я видел, что я чат за него заступался, бля, что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты извинился. Ты хочешь, чтобы извинился? За что извиняться? Прошу прощения, пожалуйста. Хочешь извинительная реакция? Нет. Прости, пожалуйста. Прощайте отсюда. Какой ты класс? Седьмой? Да. Реально? Реально. Сидишь? Я отвечаю. Седьмой? Да. Математика это что? Математика? Наука. Это алгебра, геометрия. Ёбик, блядь. Проебался. Это был формул. Не, просто я думал, вы хотите сфоткаться или что? Просто не понял, что вы хотите делать. Вы хотите фоткаться? Да. А? Ну давай, вы скажите, давай. Ебать. Не мы, а... Хотите, вы можете в руках подержать, пока я что-то делаю. Просто контрольте, и можете подругаться. Ну, просто, чтобы он не спиздили, можно так подержать. Когда он уже съебется. Ну и чё, короче? Поехали. Куда? Куда? Ты на машине сюда приехал? Да нихуя ты рэпер, бля, как Моргенштерн заехал на Кадиллаке, блядь. А? Да. Пока! Почему прощи? Тоже? Не, я типа на горках катался. А, это вот он. А я уже, блядь. А я уже думал, блядь. Он сидит просто руку так вот протягивает, думаю, блядь, ну всё это что ли? Пусть у них все такие волосы ёбнутые, пиздец. А меня в башке репизит, да? За волосы? А что это реально? Ну типа, когда 5 рп. Ты уже сколько кругов вокруг? А? Сколько кругов? Не знаю, он нормально походил. А чё? Честно, пацан из Армавира приехал гулять по ТЦ. Да не, я уже здесь был, просто я типа не знал, что сделать. Тут некуда делать, ты не тот ТЦ. Да? А где нужно, где какой из пиздат? Пошли бы, там чего-то не было. А я был в тиктокерской зоне, ты не видел? Да. В зоне тиктокеров. Вообще, блядь, там просто 2 метра квадратных, они сидят, что-то под хуйню маются. Ну ты хотел там снять типа. Да, ну, блядь, уже потом похуй. Я так привыкнуть-то вот, кто хочет. А? Я не привыкший к такому. Что, что впереди на тебя сидит? Да, не знаю, я забыл. Блядь, анимешники. Аниме! А? Вообще пиздец. Чё? В смысле? Капец. Давай, такого не накормим, там ты нормальный контент. Они реально очень острые. Так вот, они обрыгаются. Не, вроде бы такую хуйню, я не знаю. А, ну... Это очень острые, Макри... от которых плакать прям будет. Да, не, просто, я не знаю, Макрис такую хуйню делает, я бы думал, что это Twitch против такого, типа, ты насилие сам над собой делаешь. Но Макриски просто такую хуйню делает, думаю, наверное, можно. Да не, можно. А куда? Мы а куда потом идти? Бля, идите вы у меня, потому что я не знаю, куда пойдем идти. Пойдем, на выход или что? Да, ну куда? Пойдемте на выход. Я могу тебе в рейсе показать, ого, где здесь нормально. А за меня заплатишь? Не, у меня деньги. О. Короче, есть нормальная итальянская хавка здесь. Можем этого позвать Брамру опять, чтобы... Мне кажется, он может сейчас приехать. А если в понедельник договорился, да? Бля, ну ты веди меня, сказал. Я сказал, на выход меня веди, я что, ебу куда ты хочешь? Я же говорю, то что... Ну выбирай куда, идем на горку. Да не, если я не буду, я говорю, пойдем потом, похуй. Поехали, пойдем тогда на горку. Поехали на горку. Там много всяких хуйни. Пойдем. Ну там уебаться. Россия, сколько уже стримлю, блядь, час 10. Ой, бля, ебать, я уже стримлю сколько? Ты больше часа уже стримлю. Да, не знаю, может, офать нахуй? Офай нахуй! Громко заорал, нет? Блядь, ебанутая. Ого, бля, прикол. Ого, прикол. Наоборот, говорят, нет. Да ну, бля, ну я заебался, блядь. В смысле, чего вы выход ищете? А? Вы выход ищете? Да. А, бустер стрим запустил, все, можно офать. Ну нахуй. Что такого-то? А, нет, ну что давно, а, блядь, куда мне? Это не медиа-гигант.
Да медиа-гигантом, блядь. Просто 6 тысяч, я не знаю, откуда у меня, когда при этом стримит в это время бустер. Охуеть, блядь. А мне Макривский рейд не дал? У нас с Ромой обязательно, то, что он мне кидает постоянно рейд. Но если мне кинут сейчас рейд, я, значит... Ой, спасибо. Значит, я не обиду держу. Можете заклепать и скинуть ему, а потом в начале снимать, то, что я держу до обиду, то, что мне не кидает рейд. Да. Ну да, это обидно. Ко мне этот вот Кен сзади, там, с шариком. Вот. Да, ты просто, блядь, ты там просто, блядь, как будто пробка идешь, блядь, среди людей, неудобно. Этот Кент шарика подцепил, говорит, не хотите шарик кинуть? Не знаю, в руке шарик подбрасывает, говорит, не хотите шарик туда в трубу кинуть? Вот нахуя. Я пошел, говорю, нет, пожалуйста, можете поискать где туалет? Бля, реально, как рэпер. А, давайте я буду снимать, и потом, как, знаешь, как у Lil Peep'а, у тебя с разных ракурсов телефон, ты ж рэпер все-таки ебаный, блядь. А? Я не хочу как Лил Пипа. Не, да я говорю то, что как этот, с разных ракурсов. Ты ж рэпер, пиздец. Так успокойся. Тебя заебывает это? Нет. Вот тебе кроссовки, покажи кроссовки. Да. Это Off-White или что это? Шанель. Шанель, ебать. Нет. Да, блядь, сам гуашу. Шанель, охуеть. Вот это жить бы каждому так. Да. Чё? Я еблан. Спасибо. Да я понял. Я еблан. Я не знаю. Энергия дохуя, денег нихуя. Не брать. А? Обманщик. Чё? Обманывал. Когда я обманывал? Хоть раз. Нет. Ты видела, как выгляжу красиво, бля? Я такой красивый. Какая девочка. Зачем ты все это делал? А? А? Она тонкая. Навязана. Я как рэпер. Нет, ты хотел свитер с капюшоном, признайся. Да. Я где, я просто у Диана Райс видел, у нее такая же футболка есть, мы с ней сиамские близнецы по этой футболке. И она вот сверху этой футболке еще худи. Точнее, под нее надела худи, я у нее спиздил образ. Да. Получается, вот. Диана Райс не знаешь? Нет. Она Диана так... Райс, что? Диана Райс. А, Диана Райс знает. Ну вот. Я говорю, у нее. Она тебе нравится тогда. Она мне нравится, да. Можно клип делать и да она в Киеве живет. Она в Киеве. Я говорю, все красивые девочки, они в Киеве живут. Кроме Дарьи Кудановой. Она одесская осталась. Ох, очки. А мне такие, мне кажется, должны подойти. Это Гуччи? Нет, Шанель. А, Диор это. Всем привет. Мух. С вами Жека Баунти. Я не знаю, как пальцами. Что пальцами люди показывают? Как рэперы. Они что-то как-то вот так. Как рэперы. Не получается. Не получается. Скоро научишься. Скоро рэпером из меня сделаешь? Спасибо. Нравится на эскалаторах кататься? А? Да, блядь, охуенно. Не, все равно, наверное, скоро... Попридем на эту горку, я ухну, наверное. То я типа планировал где-то реально час постримить, я уже 1:30 стримлю. А это час... важно, сколько стримить? А? Это так важно, типа? Да нет, ну просто типа динамика, мне кажется, падать будет и все. Сейчас на горку. Просто я устану. Просто я устану. А ты на такси? Нет, это пешком. А, я думал, ты как этот, у тебя машина, там, Майбах есть, что такое. А? Так иди впереди, чтобы я тебя снимал. А? Иди впереди, чтобы я тебя снимал, чтобы. Ну просто, чтобы хоть что-то в кадре было. Бля, ебать ты. Ты как это называется? Blood Street, Balas, кто ты? Ты ж рэпер. Ебать, я заебу тебя сегодня. Ты ж рэпер. Ну ты ж рэпер. К нам вот этот охранник подходит. А? К нам охранник тут всегда подходит, говорит, ребят, вам 14 лет, если не хотят. Да? Это тебе только говорят? Или кому? Мне и корешу. Кореш испортил слово, знаешь кореша, который стример? Да. Вот, он испортил слово, и теперь кореш, когда кто-то говорит, я думаю сразу про него, ой, бля. А, я понял. Ух, ебать, я грозно выгляжу. Я не выгляжу как исполнитель рэп-дрилла, но я опасный, да, как будто убить человека могу? Ну да, ебать, да, я жестко. Это опять РП-то нет. Ну да, но это в общем просто разговор. Ножки тонкие, спички, как у девочки-балерины. Я нихуя ее, бля. Это твой? Нет. Бля, ну ты ж рэпер. Да нет у меня машины. Жалко, блядь. Я все проиграл.
все поиграл в казино, блядь. Какой лудоман ебаный. Ой, у меня стрим, оказывается, еще работает. Что у тебя? Да, что? Подожди. Тебе Шиза еще, еще девочки едут. Тех Шиз, Шиза и девочки еще едут. Ну сейчас, смотрите, мы едем на горку, они следят все, куда мы идем. Короче, это из авиапарка выходите, прям за ним будет парк. Авиапарк и за ним. Ну парк, да, который да, обычный. Да. Я понял. Ой. Просто по ТЦ гуляет такое себе. Ну просто сейчас холодно, кстати, немного. Волк на тебя? Ну так. Вот, бля. Ну я стегнусь. Сейчас просто парковка ебаная. Ебать банда, ебаная сука. А тебя зовут хоть? Лёха. А, Лёха, точно, блядь, ты ж как кореш, я забыл. Да кореш он кто? А? Кореш кто? Не надо так про себя говорить. В этом нет ничего. Да, это все хорошо. Я устал, у меня ноги, блядь, у меня плоскостопие вообще. Я не могу так долго ходить, это, блядь, и издевательство надо мной, как над человеком, блядь. Что с тобой? Что у меня плоскостопие. Ай, пять, блядь. Стрим упал что-то. Стрим упал? Да, или работает. Напишите 4, если стрим работает. Напишите 4, если стрим здесь. Стрим здесь, нет? Ой. О, работает, нормально. Нормально. Работает нормально, да. Просто на плоскостопии у меня ноги болят. Вот горка. А, потому что это... А, я там вроде помню ел. Что ты там ел? Снег? Там нет... Нет, там поднимался здесь где-то бургер. А из KFC слева было? Нет, вот вон там вот KFC что-то такое было. Нет. Отдельное. Я там поднимался и на горке ел. Ну сейчас собьют нахуй. Ебать, там было. Осуждаю. А? Там есть одна каталка такая на канате. Что сейчас? А какой ты сейчас жест рукой сделал? Россия! Ура! Я нет. Я тиктокер. Ты нет. Тоже не тиктокер. Я тиктокер. Нет. Ты попиздишь меня. Ты обманываешь. У тебя просто есть тикток, но ты не тиктокер. Показываю сейчас. Сколько раз в день ты выкладываешь тикток? Ну немного, но выкладываешь. Ну все, значит не тиктокер. И чего выкладываю? Авиапарк! Реакция, лайв-версия на мой тикток. Легендарная хуйня. Смотри, смотри. Не катался на нем, но однажды было страшно. Мне было больно. Я лично не хочу кататься дальше. Не замечательно. Хуйня, да? Это пузатая хата? Да. Я говорю, если ты пухленькая... Ну все, короче, ты заебал, ты меня смущаешь, давай. Ты меня смущаешь, бля, я чувствую себя ебаланом. Почему? Ну может я хуйню делаю, я сам стесняюсь ее потом смотреть. Да нет, заебало. Блять, ноги, куда мы идем, ебать, здесь нет дороги нахуй. Покажу тебе, что такое Москва. Бля, какая Москва, я в Люберцах живу, ёбус, у меня там вообще дорог нет. Сейчас, идите вперед, да, идите вперед, чтобы вас снимал. Ну хочешь, ну просто, бля, у меня дорога какая-то пустая, впереди люди, непонятно, где она заканчивается, начинает. Покажи, тебя жду. Это девочка, сосочка, давай. Оп, не работает. Тут нихуя не видно, да? Не, нормально видно. Там сейчас подальше будет светло. Тебе рука не устала? Не, нормально. Я ж качок, я в зал записался, вообще ебаный. Я видел сторис у себя. Я огромный, сам по себе. Вы тут были, вы знаете, где эта хуйня? Какая? Я просто немного забыл. Чё? Горка? Короче, канат, и на нем на канате можно вот с одной стороны катишься и... Катишься? Не помню. Я говорю, я только вот туда поднимался и там хавал, там скамейки. Там есть скамейки, в смысле. Да, скамейки есть. Я брал KFC там вот слева и... Брал KFC там вот слева и там потом поднимался и там хавал. Я сильно там упал, там у меня синяк даже был. Где? С этой горки я на ногах решил с ледяной скатиться. Ебанутый. Бля. А где Шиза? А где он собирается подъехать? Бля, чел на лыжах просто пиздячит. Чел на лыжах просто пиздячит, блядь, минус 6. Пиздец. Снега нет, на лыжах вылягает.
Я всегда вот сзади идти, мне кажется, как будто можно подумать, что это Дарья Куданова идет, блядь, просто. А? Гаечка. Гаечка. Я гаечка, походу. Не, раз она так же ходит. Не, я шуруп. Не, не знаю, не. Ты выше, просто. А вот так же, блядь, она только такой же хуйня ходит, мешковитая, ничего не понятно, блядь. Ай, блядь, ветер дует, блядь, ёбаная жопа. Может, ватрушку попросим у детей? Давай. Ватрушку у детей? Какая ватрушка у детей? А, которая кататься? Их машины, да, сейчас. Можно было привязать. Можно было вызвать такси, привязать такси. Сейчас на тебе надену эту хуйню. Ай, бля. А где эти люди? Кто, кто там, бля, шиза и девочки? А какие девочки хотят, я не знаю. А почему чата здесь не видно? Да это поломанный какой-то чат. Сейчас я с телефона просмотрю. Девочки едут. Топ, сними с ними. Да сейчас холодно, я не буду сейчас снимать, это пиздец. Это медуза из... А. Здорово, 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 народ, здорово, народ. Ну пойдемте на каталку. Или ты замерз вообще? Да не, не хочу на каталку висеть. Я, наверное, часовку просто и все, блядь. Не, а, как, а, какие дев, а какие девочки хотят встретиться, просто чтобы я понимал, с кем контакт держать? Просто... Есть ли время, ой, нужно ли ждать? Или они пишут, что фараон почему-то. А, ну, фараон. Есть. Или будет 5 минут назад. Просто. 5 минут, идиот. Что, блядь? Который ты сторис смотрел в инсте. Чё, блядь, какие сторис вы все, чё вы пишете, блядь, на каком языке? Девочки, девочки, 4 станции. Девочки, 4 станции. А какая девочка, блядь, я говорю, что, блядь, мне с ней контакт держать, если я стрим вырублю. Чё вы пишете за хуйню? Я не знаю, какому вы говорите. Привет, здорово, народ. Здорово. Ну, подожди, кто? Привет, чат. Блядь, школьники заебались. Пиздец, мне кажется. Давайте. А чё, стрим не выручится? Сейчас нужно, чтоб вас видно было. Поздоровайтесь, школа! Всем привет! Привет! Я чат. Привет, ребят. Мы не огромные. Всё мне лагает, сука. Сука не фоткает. Всё. Сука не фоткает. Как дела, заебал? Мы зашли в авиапарк и смотрим стрим, и вы на улице. И вот начали искать, и смотрели по надписи обе. А, да мы просто, не, просто увидели, что это вы такие огромные заходите, бля, мы поэтому и шли, думали, сейчас пиздец будет, начнется рамсы, блядь. Блядь, холодно, и больно. А вы занимаетесь там тайским боксом? А чё, блядь, низкий нахуй. Ну, вообще до дистанции, блядь. Да? Какие до дистанции? Да, шучу, блядь. Я шучу. Аккуратно, аккуратно, осуждаю. А нет, что не... Блядь, я же умру, мне кажется, реально очень холодно. Прям пизда. А? Домой, блядь. Не знаю, ну пошли домой, я... Может, я если что... А? Камера сейчас на тебя настраивлена? Да, на меня. Ты обманываешь. На меня. Вот. Да я понял, я понял. И, блядь, блядь, я лицо пока, ну, я в сторону посмотрел туда же. Да ладно, хуйня, там столько домов. Ну, а как ты хотел, чтобы я увидел это? Хорошо, ладно, блядь, я офлит буду, мне кажется, уже все, куда-то полумёртвый стрим, блядь, я сейчас. Просто скажите мне, что у вас девочка, пусть она пишет. Ответьте, гэш, твой гэшиза. Блядь, хорошо, сейчас я прочитаю, какая девочка, пожалуйста, блядь, напишите. Надо, да я офну, мне сказал, я сейчас тебя офну, я сейчас не хочу уже стримить, я устал. Блядь! Я сказал, блядь, офну, ёбнутый нахуй. Кинула, если. В инсте девочку кинула, если что. Хорошо, все, я. Все, короче, ёфаю, блядь, сейчас. О. Как дела, пока заебал? Дети, нихуя ты, блядь, ёлки. Сейчас на фоне, сейчас на фоне елки вырублю. Бля, сначала вырублю стрим, потом. Во... Все, короче, я отвечу в инсте девочке, которая едет, и шиза, все, короче, пока, пиздуйте вы нахуй, козлы, блядь, ебаные, заебали меня.